Игра Сома. Мы идем дальше. Я иду дальше. Я и наш главный герой. Нас ничем не напугать. Уже. Вот, по-моему, этого прохода раньше не было, или я заблуждаюсь? Мне кажется, да. Очень интересно. Подвал. Наше самое любимое место. А, нет, мы здесь были все-таки. Значит, нам нужно найти... А, смотрите-ка. Что-то ничего там не видно. Что такое? А, верхний, средний, нижний. Мы на нижнем. Да. Видимо, вот здесь вот мы были. Здесь то, что куда нам как нельзя пройти. А, подождите, а... Это там, где мы были, верхний, видимо. Блин, мне не нравится. Я боюсь этой фигни. Фух. Господи, я подумал, кто-то бежит, чвякает. Это типа... В чем суть? Может быть, как-то опираясь на эту схему нужно? Боже мой, как же стрёмно. Опять-таки. Обнаружен отказ F3 зала, электропитание. Фига себе. Твою мать. Надо было все ячейки, короче, заполнить. С ним никак? Это же живой человек, по сути. Так, ну под стол мы все равно, наверное, не спрячемся, поэтому... О, сколько ж тут всяких уровней, компов. Что-то сложновато. Наверное, будет. О, это я зря, наверное, да? Пипец. Прямо в падину поместить это вам фува в падине. Это, видимо, впадина.
Ну тут всякие надписи. Конец ТУ, конец Санфе, взять гель на МФУ. А, подождите. Смотрите, вамфу, видимо, вольфрам. Во впадине поместите это. Взять гель на альфу. А, может просто это, типа, чувак заметки писал, нет? Кстати, а... Господи, напугал. Ладно. Чё-то здесь ничего нет, да? А, ну вот. Страски. Слышу тебя, Херби. В чем дело? Да я так проверяю. Мне тут надо по делам отойти. Это может несколько дней занять, окей? Рейли Хербер покидает пост прослушки. Серьезно. Серьезно, Страск. Серьезно. Ну ладно тогда. Береги себя. Омикрон, слышите нас? Четко и чисто. Все в порядке? Мы прибудем, как только подружимся с энергокостюмами. Вы к ним привыкнете. Эй, смотрите-ка. Я в обратном порядке начал. Прежде чем мы пройдем последний рабочий зон. Скажете что-нибудь омикрону напоследок? Или нет? Не забудьте нас собрать. Вы это слышали, да? Не волнуйтесь, не забудем. Все. Идем в зону радиомолчания. Удачи. Тау, ответьте, пожалуйста. Говорит Рейли Хербер из Микрона. Ответьте, Тау. Невозможно подключиться. Передатчик Лумар вне зоны. Да, да, поняла. Невозможно подключиться. Передатчик Лумар вне зоны. Сейчас проверим здесь, может, я что упустил. Нет, я хотел взять вот эту фигню. Ну тут какие-то каракули непонятные. Вот это подсвечивается. Сердце Альфы. Хорошо. Блин, опять какая-то конструкция здесь. Ну что ж, к компьютеру давайте. Диагностика. Извлечь энцефалочип. Мотор, связь, оптика. А, подождите, опять тут надо конструкцию эту фигарить. Блин, не понимаю. В чем суть? В чем прикол-то? Твою мать. Блин, что за тесты на IQ? Нифига себе. А, подожди-ка. И что это значит? Да, ну слишком просто. Мотор, связь. Да блин, ну бред какой-то опять, а я не знаю. Может по кругу типа их пустить? А в каком направлении, откуда я знаю? Да, ну ерунда какая-то. Блин. Да, долгая игра, однако, вот из-за этого всего получается.
Единственное сейчас... Бык. Единственное... Может быть, на эти... А, может, мне от него глючит? На этих схемах что-то, может быть, я упустил. Да нет, блин, не... Не вижу ничего. Что ж так я ссыкуюсь-то? Ничего, ничего нету. Хм. Да. А надо ли нам сюда вообще? Может, для чего-то потом это пригодится? Что я пока никаких намеков на эту фигню вообще не вижу. Мотор. А, ёб твою мать, эти штуки еще активны. Тогда ясно. Подожди-ка. Видимо, надо вот так, да? Нет. Эта штука живая. И как мне его извлечь? А это что такое? А, это просто... Понятно. Да что-то извлекли, короче. Офигеть. С ума сойти. Хорошо, мы извлекли... Это важно. Да не особо, чувак. Кто это сказал? Не напрягайте так меня. Ладно, я думаю, нам нужно поколдовать еще вот с этой штукой. Открывать, видимо, всякие двери. Да. То есть, смотрите, тут какие-то схемы, которые не нужны нам. Хорошо. Что ж, нижний. Наверное, мы тут все разблочили. Все, что нам нужно было, теперь верхний. А что я не могу... А, я не могу ничего делать уже, все. Хм. Интересно. Нижний, средний, верхний. Ну, видимо, нам назад, да? Но подождите, если здесь есть эта наша девчонка, рядом с ней, по-моему, монстров особо никаких нету. Ну, не бывает, видимо. Иначе бы ее, наверное, повредили. Я вот даже не знаю. А, вот, смотрите-ка, вот здесь вот. И что нам здесь теперь делать? А, верхний, что ли? А, выбран неверный этаж. Ой. А. Отмена блокирования. Хорошо. Тут мы еще не были. Что ж, у нас есть некий чип. Это не то, к чему захочешь привыкать. Это смешно. Это очень смешно, Джулия. Что такое? Я так
такая прозрачная. Что нужно, Рейли? Может, друзья? Да. Думаете, Альфа существует? У меня задний динамик не работает, как будто бы. Мне кажется, Рос пытается что-то сказать. А станция Альфа? Он хочет, чтобы я спустилась в бездну и нашла ее. Там были. Я подумала, вы сможете меня образумить. Рейли, у меня нет прав, чтобы... Я не могу об этом говорить. Что? Видимо, все, хана. Что ж, у нас здесь треска, спинной плавник, ну и все дела. А вот это уже что-то помутагенней. Что с этим делать? Пока что не ясно. Похоже, это просто какая-то комната. Пока что не представляющая для нас интереса. Блин, я не знаю. Может, из-за этой штуки отказ питания происходит? Да. Так, странная комната. Я здесь ничего не нашел, по сути, кроме записи. Кроме этой записи. Кэтрин, я нашел кое-что. Я уже забыл, где она, кстати. Вроде бы здесь, да. Нам нужен примерно бак структурного геля, чтобы скрепить вместе тело, энцефалочип и энергоблок. А, то есть я пока не могу ничего присоединить, да, сюда? Ну ладно, он... Еще раз, что? Поищите структурный гель. А еще что? Поищите структурный гель. А еще что-то? Поищите структурный гель. Сучка. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ладно, идем искать структурный гель. О, господи. Что ж. О, мы здесь были тоже, да? Ну, скорее всего, тут нет никакого геля. Я бы вот тут думал, что он тут где-то находится, на этой медпалубе, скажем, да? Да блин, ну харе. Чё, видимо, тут проблемки какие-то. Ой. А, ну, видимо, там монстр будет. Скорее всего. Да, твою мать. Ну, потому что, блин. Так, чувак без башки в чистом помещении, здесь написано. Минус 20. Вот он, гель этот, там написано было. Метаструктурный гель. Интерфейс между энергоблоком С3 и органической... тканью, проводник и интерфейс. Вы слышите этот звук или меня глючит просто? Фух. Смотрите, как крыса, киборг. Функциональность. Структурный гель заряжен. Он даже продолжает какое-то время работать даже после отсоединения от источника питания. Если нанести его на схему, он, кажется, уменьшает сопротивление. Патология. Я нанес гель на мертвую мышь, гель вернул ей некое подобие жизни.
оживленную мышь я поместил в одну среду обитания живой. Оживленная мышь не проявляла ни к чему интереса, а живая, по-видимому, испытывала сильный стресс. Через 15 минут оживленная мышь, та, которая намазана была гелем, атаковала и убила живую. Полчаса спустя оживленная мышь перестала двигаться, ее труп был совсем твердый, как на ощупь, так как в нем загустел гель. Прогресс. Давайте посмотрим. Кажется, гель не только уменьшает сопротивление, но и меняет функциональность. Некоторые простые машины после попадания на геля на корпус начинают работать, при этом эффективно, чем до этого, эффективней. Но в модификациях, внесенных в НИУ, в гель много лишней и не всегда понятной информации. При нанесении на более сложные машины гель действует на них подобно раковой опухоли и в конечном итоге уничтожает. Мы могли бы использовать этот гель для некоторых работ, но сначала его надо раскалибровать, чтобы избавиться от плохого кода. Я оживил структурным гелем еще одну мышь. На этот раз использовал раскалиброванный гель, который дал мне Эймс. Результат впечатляет. Мышь словно оцепенела. Или, точнее сказать, стала похожа на лунатика. Чтобы предотвратить загустение, я использовал электромагниты, вызвавшие в теле животного слабый электрический ток. С их помощью нам удалось в какой-то мере контролировать мышь. Ну... На фундаментальном уровне структурный гель не изменился. Почти все указывает на то, что все мутанты, рыбы, акулы и даже помощники управления НИУ с помощью структурного геля... Акулы и даже помощники управляются НИУ с помощью структурного геля. Все они тем или иным образом подвергались воздействию заряженного геля, что вызвало рост злокачественной опухоли. Мотивы поведения И разгадать трудно. Но могу сказать точно, в чем именно причина. Ошибка ли этой программы или тщательно спланированная эвтаназия, но вряд ли это поможет нам всем выжить. Вот он и вывод. Выжить-то нам эта штука не поможет. Ой, меня это... Аж рябь в глазах от этой херни. Ой, извините. Так, распределение геля. Это что такое? Это некий чип. А больше нам и нечего тут делать. Подожди. Твою мать. А что это за чип-то? А что сделать-то? Распределить его как-то? Смотрите-ка, мертвая мышь. Подождите, а мне же надо, наверное... Или, может быть... Подожди, может мне не сюда, а вот сюда куда-нибудь? Мне свой-то не надо положить? Чип. Нет, что-то он не хочет. Непонятно. Какая-то херня на нем выросла, видите? То, что, по-моему, на наших руках есть тоже. Подожди, наверное, вот что. Неисправность чипа. А закрыть, может, ее, а то вылетит еще на нас какая-нибудь херобора оттуда. Я понял. Да, блядь, как... Да чё, как бы... Ну и все. Нажимай.
А, он сам настраивает куда надо. А я вообще то сделал, а то, может, я его испортил еще больше. Блин, его прикол будет. Да нет, такое, наверное, невозможно. Оп, двумя пальчиками взял. Давай. А если на крысу палить, она живет? Как думаете? А вдруг мы умрем? Ожила. Надо закрыть на всякий случай. Это вдруг выберется. Смотрите-ка, ожила реально. Некое подобие жизни, говорит. Отлично. Теперь не уронить и не убить бы все тут живое, что осталось. Что ж, наш никаких твою. Вы видели эту херню? Что он сказал? Отравите или что-то такое? Я просто побежал лучше сразу. Ну да, вряд ли у нас. Теперь мне какой-то аккумулятор. На каком верху? Тупая ты, дура. Кстати, а на какой верх-то? Мы что-то не были ни на каком верху. Как нашего главного героя зовут? Забыл. Саймон? Мы с Саймоном тогда. А, может это лифт? Нет. А, вон верх, там можно как-то туда попасть. А как... Чуть я вот этого, вот это я упустил. Средний, верхний, лазарет, смотрите-ка. А, вот что-то. Гидропоника, что ли? Верхний кошмар, что-то там было написано. Подожди. Тут что ли можно как-то пройти? Не уловил этого. Что-то я опять как-то... Не разбираюсь в схемах. Где мы не были, я не помню. Фу, здесь у нас что? Комфорки жарят. Здесь нам нужен аккумулятор. Привет, Андреа. Привет. Ага. Я говорила с камерой на расстоянии протеина. Как думаете, мы можем разорвать связь в структурном гере без выравнивания конфигурации? Боже, сколько термитов. Сразу видно, что говорили с Кэмерон. Может быть, терминов? Рейли? Разве так плохо, что я пытаюсь в этом разобраться? У меня тоже мечты. Перевели, молодцы. Чему верить? О, понимаю. Столько всего. То сигналы в черных ящиках вдруг усиливаются. То коматозный доктор Росс заперт в стеклянной банке. Мы все сейчас немного психи. Да уж, голова просто раскалывается. Если да. Гипотетически, можем мы не дать Нео мутировать? А, это не так работает. Даже если бы была станция Альфа? Гипотетически можно, наверное, попробовать. Рейли, вы что, записываете? Извините,
Я просто... Больше никто не видел. Там мы были, хорошо. Значит, тут вот сюда еще. Главный вход. Ага. Вот тут мы не были. Музычка соответствующая. Тэм-тэ-тэм-тэм-тэм-тэм. Что-то там как-то темно. А, хотя нет, нормально. Главное, чтобы нас не отрезало на этом этаже. Блин. Ага, понял. Что ж, давайте с... Красным, да? Или нет? Да, красным. О, да тут все плохо. Подожди, а у них головы нет, мы этому не можем, наверное, связаться с ними, да? Да. Вот те, у кого голова, наверное, должна быть. Хотя это головой тоже не назовешь. Ладно. Здесь пока что все закрыто, поэтому, скорее всего, да, вот сюда. Что ж, верхний этаж вручную. Идет. Хорошо. Кто-то пивко открыл. Судя по звуку. О, чё ж так дверей-то много, ребята. Твою мать, какое-то хранение прошло. Нам нужен аккумулятор, и он явно не здесь где-то валяется. Какая-то фигня, в которую можно залезть. Так, шланг не подобрать. А что за звук? Как будто камера крутится какая-то. Ладно, смотрите-ка. Это он дышит, да? Да. О. Здесь у нас что? Силовой агрегат. Типа аккумулятор, которого здесь нет, да? Энергодруг. Высокопроизводительный перезаряжаемый литиевый серный комплект. Ну, скорее всего, это то, что нам и нужно. Я все равно не запомню, как штука выглядит. Они все похожи. Твою мать, он там стоит. Ну нет же. Или кто это? Это не тот монстр, по-моему. Так, судя по звукам, к нему, наверное, лучше не подходить. Твою мать. Началось. Да блин, что с тобой делать-то? Я просто мимо хочу пройти вон туда. Бляхмуха. А как же его выманить-то? И нужно ли нам туда? Ну, скорее всего. Может, что-то кинуть, скорее всего, для отвлечения внимания нужно. Подождите, а...
Твою мать, он не реагирует на звук. А может, он не опасен? Блин, мне кажется, чувак с такими звуками не может быть не опасен. Стоп, а давайте сходим... А, подожди. Ты мне не поможешь? А мы можем сходить пока в другое место, в какое-нибудь? Да, смотрите-ка. Давайте в другую, может, сходим, посмотрим. Но, скорее всего, там эта вся фигня. Да, здесь дела не лучше обстоят, конечно. Подожди, ну это столовка просто, да? Которой нихера нету. Скорее всего. Что это у нас? Мико. Шпинат, лапша. Хорошо. И океан. Блин, да вы чё? А, подожди, компьютер какой-то. Нет. Йохан Рос найден мертвым на подъемнике. Команда Ковчега спустилась пару дней назад, но я не думаю, что она причастна к его смерти. Управлять подъемником из бездны нельзя, подъем был запланирован заранее. Когда подъемник вернулся, на нем был только мертвый Йохан Рос со станции Альфа. Стремно. Команды Ковчега не было. Кэмерон, Эймс, Лански, все изучают запертое тело. Я расскажу, что им станет известно. Деленда Эст. Нил становится все агрессивнее, доводит все системы до предела. Забавно, что именно покойный доктор Йохан Рос мог бы ответить, почему именно Нил так бурно реагирует на его смерть. В конце концов, Нил не должно ничего хотеть, и уж тем более горевать о смерти людей. Все вышло из-под контроля. Персонал еле держится. Половина ходит с кровью из носа, а другая половина вытирает кровь с глаз. Ну, я вижу, кто-то сморканулся на монитор. Это явно как-то связано с тем, что Нил пытается освободить Роса. Не удивлюсь, если тело само встанет и уйдет. Да, я тоже. Релли Херберт, наш диспетчер, ходит повсюду и задает лишние вопросы. Она говорит, что спустится в бездну за Альфой. Я все не решусь ее остановить. Как всегда, у грёбаных ученых все через жопу пошло. Опа. Вот это самое страшное, что я все не видел. Что ж, здесь очень много текста. Прошу, читайте. Ну, немного. Я думаю, много информации скрыто в этих текстах. Интересный. Ну, так, какие-нибудь отсылочки, какие-нибудь связи сюжетные. Не без этого. Опять все отрубилось. Ох. Что ж, еще разочек сюда сходим. Не помню, откуда мы пришли. Так, здесь мы... Ага. Отсюда мы, скорее всего, поднялись. Ну все, тут, по сути, не так-то и много ходов. Как оказалось. Подождите, а там двери никакие не открылись, да, я вижу? А что тут написано? А ничего не написано. Блин, ну что ж, надо как-то идти к этой штуке. Я не знаю, что с ней делать. Но мне кажется, она нам добра явно не желает. Может, я недостаточно кинул сильно что-то. Здесь ничего. Здесь тоже. Блин, ну что ж делать-то, ребятушки? Может, как-то побегать с ней? Я... Понятно, я не знаю, насколько она опасна. Либо я чего-то, может быть, опять не вижу. Она... Она все там и стоит. Да, ну бред. Слушайте, может, мне реально боится? Ну ладно, ладно, сейчас. Сейчас мы узнаем все, короче. Твою мать, ну она реально жуткая. И вот там по-любому аккумулятор в этой желтой коробочке есть.
Давайте еще раз кинем что-нибудь. Нет? Тебя не интересует это? Он на свет реагирует, да? Смотрите. Твою мать. А может мне свет врубить наоборот, где-то найти? А может не реагирует на свет, может мне кажется. Твою мать. Да сука, что с ним делать-то? Что я мог упустить? Какой-нибудь рычаг? Бля, стрёмно. Нет? Вообще не двигается с места. Может побегать от него? Как вариант. Ну что ж, я других вариантов не вижу, погнали. Ебать. Ну, он вроде не торопится. Бежим давай отсюда. Давай лучше закроем дверь. Пожалуйста, только не отрубай электричество, чувак. Я хочу еще тут. Ну, мы что-то взяли, но не знаю, что. Ну, в смысле, скорее всего, это аккумулятор. Да, сохранение прошло. Только бы жив... Твою мать, твою мать, твою мать. Сука, сука. Не надо, подожди, стой, не надо, пожалуйста. Ой, господи, это что-то было сейчас? Твою мать. Оно сзади, да? Ой, твою мать, что там такое случилось? Закройте дверь! Закройте ее! Закройте дверь! Что происходит? Думаю, я разозлил еще одно чудовище Нил. У нас есть все, что нужно, так? Да. Давайте начинать. Да, мокрые штаны. Нам надо собрать ваше новое тело из того, что вы нашли. Положите все это в костюм с трупом. Хорошо, в костюм с трупом положим сейчас. Отлично, все. Это безумие. Не бойтесь, работает. А че, почему? Чип, аккумуляторы, гель в энергокостюм. Я положил. А, не все еще положил. Я думал, он все засунул. Гляньте, чтобы все было вместе, чтобы гель соединил все части. Хорошо. Так, попробуйте еще раз активировать стерлинг. Он нас не убьет, эта хрень? Типа закрыть или не надо закрывать? Во! Что еще надо? Все, больше ничего. Не знаю, может надо закрыть. Ну давайте. Повтор. Ух ты. Моя домашка по информатике. Поверить не могу, что мы это делаем. Все хорошо. Так почему бы вас в костюм не включить?
Я думала об этом, если бы вы отказались. И пошли бы без меня. Я иначе не могу, Саймон. Это важно. Я должна запустить ковчег. Вы правда это сделали? Сменили тел? Да. Если хотите остаться здесь, я не буду мешать. Я не хочу указывать вам, что делать. А это будет как раньше? Закрою глаза и потом... И снова откройте. Ладно, давайте. Спасибо, Саймон. Сядьте на место пилота. Может потребоваться загрузка. Ладно. Сейчас что-то будет, ребята. Нам надо отмотать активность с вашего текущего чипа. Пропустить через усилитель, залить в новый чип и убедиться, что все синхронизировано. Я половину не понял. Да. Вам и не надо понимать. Вы, главное, помогайте. Ударить бы тебя. Кстати, а как сильнее кидать? А, к себе поближе, видимо. О, что это такое? А, ну, видимо... Частота... А, видимо, вот к этой фигне надо... Частоту поменьше. Во, да, вот такую. Вот. Похоже, да? Во. Это все. Теперь можете залезть на место пилота. Уже? У меня все под контролем, так что прошу вас, садитесь. Давай, посмотрим. Что у тебя там под контролем? Ёпта мать. Знаете, индейцы думали, что фотографии забирают их душ. В данном случае они правы. Твою мать. Опа. Теперь я в Арктике, наверное, где-нибудь. Ты сейчас погодьте настрою. Что-то не так, говорит он. Нет, я просто... Почему он еще говорил? Он такой же, как и прежде. Кэтрин, почему он еще говорил? Это нормально, вы же знаете. Вы о чем? Вы же знаете, что это не магия. Вас скопировали. Спящий в кресле Саймон был скопирован, и теперь вы тут. Также Саймон продолжал жить в Торонто. Черт вас возьми, Кэт. Два Саймона? Не может быть двух Саймонов. Ну а чего вы ожидали? Что, вы возьмете мой разум и пересадите его в другое тело, как пересадка мозга? Жаль, но это так не работает. Вы хоть понимаете, какой это бред? Прошу вас, я не хотела огорчить. Ну а как мне еще на это дерьмо реагировать? Не надо. Вы отвратительны. Что с ним будет? Поспит чуть-чуть, несколько дней. А потом что, проснется в этом долбанном кошмаре? Совсем один. Так жестоко. Ну а что вы хотите, чтобы я с ним сделала? Подружилась? Рассказала, что мы его бросим, когда пойдем в бездну? Что если... Что если ему не нужно будет просыпаться? Вы бы смогли? Я не знаю. Может быть... Вот, я все для вас настроила. Если хотите разрядить его батарею, нажмите выключатель, он умрет за минуту. Охренеть. А мне бы пора отключиться. Ах ты, сука, взяла и свалила. Ёб твою мать, это прикиньте, это... Охренеть, это наш герой, и он сейчас, он в сознании. То есть он знает, он потом очнется просто и будет здесь один совершенно. Твою мать, прикиньте. То есть это копированное ваше сознание. Это наш главный герой. Которого можно было там в зеркале увидеть. А он сейчас сидит здесь. Только что, за которого мы играли. За которого... Охренеть. И он просто проснется. И не Кэтрин... И Кэтрин здесь нету. И все, пипец. Охренеть. Так, а что он сказал? Можно его убить как-то, да? А как? А, кстати... Кстати, непонятно, подожди. Вот это, наверное, нет? Или, может быть... Хм, а может нельзя? Какую-то красную кнопку нажать, сказать. А, вот. А-а-а, разрядить батарею. Как думаете? А я не знаю. Ну, гуманно было бы разрядить. Ну, то есть, я имею в виду...
Вот. Но может быть он потом появится, вот это интересно. Где-нибудь там по сюжету. Вот. Ну я в интернете почитаю, если вдруг. Вот, потому что так-то нужно разряжать. Да. Ну и нам остается свалить. Так. Че, разрядим? Давайте посмотрим. Все, хана. Пипец. Ладно. Ну вот интересно, кстати, он бы потом выжил реально. Да, надо было не разряжать. Ладно, что у нас тут? Твою мать, лаги. Доступ разрешен. Давай.